мне о своих похождениях. Общаюсь я тут с парой-тройкой классных цыпочек. Вот эту как зовут? Это Татьяна. Ух ты. Сначала ее надо до слез доводить, но оно того стоит. А вот это вот Бренда. Она на любую позу согласна. Умеет и арабской вертушкой, и двойным бутербродиком. Подожди, я даже не знаю, что это все значит. Конечно, ты женат. Уел. У тебя не жизнь, а мечта, Мич. Когда у тебя дети, это все равно, что жить с мини-наркоманами. Минуту назад они смеялись, а теперь неожиданно плачут, а потом совершенно беспричинно пытаются убиться у тебя в ванной. Они такие эгоисты, прожигают твои деньги и все ломают. Так, ну ты чего? Прости, увлекся, я просто завидую твоей жизни. А я твоей. Хочу жить, как ты. А почему я у тебя дома? Дверь открой! Так и знал. Ты пожелал жить моей жизнью, когда мы ссали фонтан. Мы оба хотели поменяться. Но я-то из вежливости так сказал. Боже ты мой! Впервые в своей жизни ты красавец и холостяк. То, что с нами произошло, безумие, но не воспользоваться этим еще большее безумие. А разве мы знакомы? Меня осенило. Вам стоит устроить свидание. Подожди, что? Ну и как тебе работает с Дэйвом? Ой, я поначалу даже сохла по нему. Быть такого не может. Но он женат, так что естественно. Конечно, естественно. Естественно. Да. Естественно. Сильно женат. А что мне Джейми сказать, когда она захочет секса ночью? Не смей заниматься сексом с моей женой. Ну а если налетит на меня как ураган, как же я устаю? Жарю так! О, боже! Пора завязывать с тайской едой. О, боже! Хочу, как ты! Нет, не тыкай в меня своей этой. Она же еще от боевых действий не остыла.